Дорогие Игорь и Ирина, поздравляю вас с днем бракосочетания, желаю здоровья, счастья, а главное в семейной жизни взаимопонимания, чтобы в море житейских проблем и сложностей вы плыли уверенно, стабильно и приносили друг другу радость, удовольствие и счастье. И чтобы удовольствие и счастье было как можно больше. Ура! Ура! Спасибо, Андрей. Ну что, самое голодное сегодня будет Шашкова Ольга. Друзья, поэтому подкладывайте ей салата побольше салата, не дай бог похудеть. Мужчины, не собаки, на кости не бросаются. Поэтому, видите, пример с меня. Больше всех пить будет, внимание, Ткаченко Иван! Мы с своей семьей хотели бы вас поздравить. И желать вам здоровья, счастья. Вам еще. Прощаю, потому что я избавился, но надо уметь простить, надо уметь уступить, и поэтому счастье может быть. Вот это от себя. Спасибо. Дорогие Иришка и Игорь, коротко, вот у вас красивая очень есть там надпись «Ирина Игорь». Две буковки «И». Сегодня у вас еще третья появилась буковка. Это истинная любовь. Ребят, вы молодцы. Посмотрите в эти сияющие глаза, в эти добрые глаза. Вот это добро дайте всем. Просто понесите его в вашей жизни. Мы вас очень любим, ребят. Вы молодцы. Спасибо большое. А подливать ему будет Воробьев Андрей. Я поздравляю от всех нас, от всей нашей семьи. Вот. Хотел бы вам пожелать, наверное, обрести именно такую крепкую семью, побыстрее стать настолько родными друг другу, обзавестись детьми, чтобы они вас еще больше сплочали, чтобы вы просто не представляли жизни друг без друга. На самом деле это приходит с годами, и вы, когда это поймете, это будет настоящее счастье для вас. Вот. Это правда здорово. Так что за вас, за вашу семью сегодня состоявшуюся. Счастья, удачи, любви, много-много детей. Всего-всего хорошего. Спасибо, брат. Чтобы вы были именно друг другу родны. Это подарок на память, а это чтобы вы там... Давай к нам. На будущее. Конечно. Вот, я вас люблю, желаю вам счастья, чтобы, Иришечка, ты такая же красивая, веселая оставалась, добрая, милая, лучезарная. Игорь, чтобы любил, ценил, ты его тоже не обижала, чтобы у вас была крепкая, дружная семья, чтобы у вас в жизни все получалось, никогда вам плохое не встречалось. Я вас люблю. Всего вам самого хорошего. Так, ну а что мы без... Ира, Игорь, желаю вам счастья, здоровья, любви, чтобы вы любили себя друг друга. Нормально, не обращайте внимание. До конца своей жизни. Горько! 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 Козлов Антон отдаст 1000 рублей Марышеву Сергею. Наверное, должен. Чесных Николай даст свой номер телефона Зуеву Владимиру. Веселее всех будет танцевать и размахивать юбкой Ткаченко Анастасия. Видите такую мелькающую юбку и нежно-голубые трусики? Это как раз она. Давать самые лучшие советы молодым будет Звягинцев Александр. Раимов Антон подарит на радостях свой телевизор Зверевой Алене. Дорогая Иринка, Игорь, сестра моя родная, почти. Хотим вас поздравить, пожелать, чтобы вы понимали, что шли по жизни в ногу и советовались здоровьем, счастьем и любви с моей главой. Также хотим вам прочитать стих собственного сочинения. Белый стих. Сегодня узаконен ваш союз, и день влюбленных стал для вас особой датой. Желаем вам семейных крепких уз и нежных чувств придачи, чтоб были вы опорой друг для друга, и радовались вместе, и грустили, чтоб Игорь был примерный муж, а Ира его верной супругой. Спасибо. Пусть не в
года обходят дом ваш стороной. И не тревожат неудачи, чтобы в семье царил покой, гармония и счастье. И деньги пусть текут рекой, чтоб не нуждались и к лучшему стремились. Друзей вам добрых и подруг, чтоб планы все осуществились. Чтоб детки ваши здоровье богатырское имели, и гордостью вы были Вадиму, Тамаре, Виктору, Елене. Спасибо. Дорогие Игорь и Ирочка, поздравляем вас с этим знаменательным днем. Желаем, чтобы самое было главное, счастье семейное, да? Чтобы у вас много деток бегало по квартире, чтобы радовали они вас, чтобы у вас вообще все замечательно всегда было, чтобы всегда было отличное настроение и все в жизни получалось. Спасибо. И пусть прекрасные ваши пары большое счастье жизнь подарит. Спасибо. Спасибо большое. А где же Горько? Горько! 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 Да, моя стеснительная сегодня будет Сухотерина Светлана. Заменить тарелку песню. Жених, просит. Это по поводу того, что я самая стеснительная. Я удивлена. Дорогие мои, Иришка, я желаю вам большой-большой-большой-большой любви, счастья. Всего, что вы сами себе пожелаете. Всякие там интересные игрушки. Мероприятия. Нужно? Не знаю, спа, пансионат решите съесть. Чтобы вы любили друг друга. Не то, чтобы обожали и уважали. А подарок вы найдете. Вот в той квартире, ключи от которого нет, замкил, ключи от которого Игорек сегодня выкупил неимоверными усилиями. Рассказываю маршрут. Только вам. Все закрыли уши. Прямо идет, поворачивает налево, а дальше Иришка знает. Ура! Ура! Счастья вам, дорогие мои! С трудом под белые ручки со свадьбы уведут нашего свидетеля слон Владика. Братишка, жена братишка. Сестричка. Братишка, ура! И сестричка теперь уже. Ну, не теперь жена, да. Братишка. Я хочу поздравить с ним замечательным днем. Наконец-то вы решился жениться на такой прекрасной девушке. Теперь у вас, честно, когда я увидел, как я своих байков, я ошеломился. Насколько ты сидел, насколько ты блестел. И вот я сразу, когда вас только первый раз увидел, я сразу понял, что вы с нами пара созданных дружу. Потому что вы не можете вот на вас смотрю, как вы сияете вместе. И улыбаетесь вместе. Смеха, жизни. Гадского успеха. А, так смех, чтобы он приносил в будущем, это ваши будущие детишки, которые вас будут радовать. Ну, гигантский успех, финансовое благополучие, которое вам с каждым днем. Вы стремитесь к нему, чтобы жить красиво, естественно, и радовать и себя, и своих будущих деток. За вас, ребят. Спасибо. Спасибо. 20.00. Уснет на столе Бев с Натальей. А уже Боб Андрей будет танцевать на столе стриптиз и пить так громко, что Возмилов Сергей проснется и пойдет со стула. Сергей? После свадьбы своим пешком уйдет Свищев Юрий. Борцом за трезвость сегодня будет Стоян Игорь. Дорвил Валерия и Колосов Илья застанут за распитием апельсинового сока. В 23 часа 30 минут
Холодкова Оксана проснется от громкой музыки. За здоровье всех будет петь Чичба Анзор. Завтра Махов Сергей поможет жениху катать тещу Елену Анатольевну на тележке. На тачке, как подсказывает Света, у Светы есть тачка. А всех поправить свое здоровье пригласит в гости. Внимание, запоминайте этого человека. Тамара Александровна. С ящиком пива придет завтра Герасимов Дмитрий. Это только похмелиться одному Игорю. Понимаешь, а надо целую газель. Да, Игорек, да. Сушеную рыбу под пиво принесет, подарил Сергей. А Карташов Вячеслав и Ерохин Владимир в 5 утра будут варить уху. Ну и останется мыть посуду, Терентьев Наталья. А ты как хотела? Отсидеться там? Должна участвовать в жизни брата, по-любому. Будет весь вечер смотреть за рюмками, чтобы пустые не стояли. Виктор Владимирович, пожалуйста, я прошу вас. Смеяться громче всех сегодня будет Филиппова Лилия. Всех гостей по домам загрузит и развезет. Тереник Вадим. Все прекрасно. Всех своим обаянием покорит сегодня Игорь Тереник. Аплодисменты жениху, друзья. Самой красивой сегодня и затмит своей красотой всех девчонок по-любому Ирина Тереник. Ну а веду программу и пою я, Юлия Лебедева. Ну а Горько кричит все вместе, вы замечательные гости. Поехали, Горько!